друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Возгорання Пскові ні на шутку взбудоражили росіян, пише експерт Куваленко. Залишимо мовою оригіналу, нехай хоч тут росіяни почують правду. Уже сейчас російські пропагандисти задействовали свої турецькі істочники, турецьких експертів, которые распространяют фейк, что инциденты на аэродроме в Пскове стали следствием проникновения БПЛА из Эстонии. Данным нарративом россияне пытаются оправдать полную недееспособность своей ПВО. Ведь если они винят в этом налете, например, Украину, то что же это получается? Группа БПЛА свободно преодолела 700 километров воздушного пространства России, уничтожила самолеты стоимостью сотни миллионов долларов на важном военном объекте. Кроме того, нарратива с обвинениями Эстонии позволяет этот удар замять, мол, это так надо, нас провоцирует, но не поддадимся на провокацию. Что же, нам как-то плевать, что пишут и что говорят российские пропагандисты, главное это результат. Результат очередного головопятства более чем замечательный. Сегодня ночью как-то и многие украинцы за последние полтора года я проснулся от сигнала воздушной тревоги под раскаты. Работающие ПВО, как бы это цинично не звучало, но это серая будничная обыденность тыла. Но этой ночью на редкость мне было интересно не спать, ведь вправду за последние полтора года редко когда вместе с тобой одновременно не спал Псков, не спала Брянская, Орловская, Калужская, Тульская и Московская области. География неспящих российских городов и областей расширяется. И да, мы еще всерьез ничего не начинали, тем более, что это не мы. Нагадаем, у НИЧС 29 на 30 серпня стратегичные объекты Росії були атаковані безпілотниками, які завдали великих руйнувань. За повідомленнями РосЗМІ, наразі атаковано об'єкти у 5 областях РФ. Наслідки масованої атаки БПЛА на Росію завдано удару по військовій частині ГРУ, 2-й бригаді спецназу, завдано удару по військових складах та паливних базах. Завдано удару по аеродрому, знищено щонайменше 4 великі транспортні літаки Іл-76 від 334-го авіаполку у Пскові. Завдано удару по заводу електроніки, який випускає комплектувальні для ескандерів та панцирів, паралізоване авіаційне сполучення у Росії. Масована атака, ймовірно, втілена засобами UG-22 Airborne або Бобер. Літальні апарати подолали від 700 до 1300 кілометрів залежно від обраного маршруту. Завдано десяток ударів по різних об'єктах у різних областях Росії. Удари тривають, десь збили, десь долетіли, наслідки невідомі. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!